Во дворце спорта «Триумф» прошло первенство городского округа Люберцы по мини-футболу. Среди мужских команд такой турнир на территории муниципалитета проводят впервые. Все подробности знает Богдан Колесников. Это третий турнир первенства городского округа. Матч между командой любителей «Ред Москоу» и главным фаворитом турнира – футбольным клубом «Люберцы». Подготовка у игроков разная, но к победе стремится каждый. Мы как бы воспринимаем данный чемпионат как подготовку к нашему главному первенству Московской области. Да? Конечно, настроены на победу в этом чемпионате. Все-таки мы как бы являемся главной командой города. Команда у нас уже, в принципе, второй год именно в таком составе. Как бы удалось сохранить костяк и... И, в принципе, все ребята сплоченные, мы все тренируемся, все работаем, ну, как бы на благо команды. Соперники шли практически на равных, попеременно вырываясь вперед. Страсти на поле накалялись. Мяч летел то в одни ворота, то в другие. Никто не хотел давать слабину и сдавать позиции. Александр Пашнин, играя в защите, поймал удачный момент, перехватил мяч у соперника и ловко погнал его к воротам. Так как я в детстве сыграл мини-футбол, это мне здесь комфортно. Партнеры, которые в моей четверке тоже там парочка есть мини-футбола, разыграли по стандартам данного спорта и забили. А есть трудность того, что у нас две четверки по 4 человека. Их там, как мы видим, состав человек 20. Они нас чисто физически перебегают пока. Бегают. Но пока удача на стороне футбольного клуба «Люберцы». Ярослав Артамонов, играющий на позиции нападающего, уже в первом тайме принес своей команде 3 очка. Игра нелегкая. Соперник достаточно резвый, шустрый. Сначала они очень ожидали как бы такого давления от них, но вроде нормально пропустили. Дальше вошли в игру, разорвали свой момент. Ну, что могу сказать, наша четверка самая лучшая. Но забил, помог команде, все хорошо, будем доигрывать. Матч завершился со счетом 8-4 в пользу «Люберец». Всего в первенстве городского округа по мини-футболу участвуют 9 команд. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.